Хочешь, тебе здание дано. Давайте. Топ, когда я пришел, мы прошли ночью. Действительно, что? Ладно, давайте резко рубим. Часы, заткнитесь. И подойди к ним, чтобы они прекратили. Во. Все, замолкните. А, они уже заспавнились в гараже. Сейчас будет веселуха. Почему у меня дверь не прогрузилась? Ее просто нету. Потому что тебе дверь не дана. Тебе дали кровать, следи за кроватью. Денису вообще по кайфу. Еще даже не один час. Спасибо, еще обрезать придется. Сколько время? Два, да? Да, только что смотрела. Пошел отсюда. А, нифига себе. Это был Бонни. Ты куда пошел? Разворачивайся. Спасибо. Ну что, так топает, прикольно. Ай, куда я дверь закрыла? Конечно, я четвёртый финал. Даже первую ночь, конечно. Ну, всё равно... О, третий час, кстати. Чё они всё так бегут? Я бегался, я такой поворачиваюсь, смотрю на того же, такой... На этот раз они на пару решили. Ну и прям ты сейчас.
заезжайся ты! Я не могу свет включить! Нифига себе, тупо. Я не могу свет включить! Свет не включается! О! Включился, наконец-то. Чё он не включался, тот свет, алё? Не знаю, я нажала, он включился. Не так уж много и телебонькал, честно. Я иду в том забеге больше, чем телебонькал. А вы шкаф проверяете, нет? А, да? Тогда нормально. Опа. Нифига себе. Да куда опять пошел? Это было 5 часов, да, или 4? Сколько? Я счет времени потеряла. Ай! Пришел дышать. Иди отсюда в другое место, дыши. Спасибо. Эй, что там услышал? В смысле? Какую-то поговорку. Ладно. Привет. Максим. Ой. Угу. Ну чё, где мы? Максим, как идет кирпичный завод? Как строится? Алин, как здесь обстоятельства? Он хорошо работает. Понял. Один раз свет сломал, ну ладно. Прощаю. Да какой он сломал? Олег, я тебя повышаю. Максим, ты уволен. Не говори. Не, вы между... Вы... Ты между Алиной делишь. Я здесь все равно здесь всем управляю. Боже, что мой. Чего? Максим, мы используем тебя как живой щит. Иди на этих, на робот. А, вот, все. Хорошо поработали. Чего? Видите, видите профессионализм? Ни раз не сдох. Мы жил последний просмотр в 6 утра. Давай, эска, 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 эска. Бэшка. А почему эска? Там вообще должна быть А. А, ну тогда Ашка. Ашка. Не-не-не, надо... Я... Блин, хороший вопрос, а как вообще сделать так хорошо, чтобы это... На Ашку попалось. На соло я не думаю. Соло я не думаю, что это прям... Нужно. Ой, соло это вообще побед. Ну, в соло ты и проходил... Многие люди проходили ФНАФ, ну то, в теории. А я тебя на шашлык пошлю, походу. О, Алин, тебе... А, о. Чё? Так, погнали, погнали. Вторая ночь. Я ready. Дэн-дэн-дэн, дэн-дэн-дэн, дэн-дэн-дэн.
Знаете, вот было бы прикольно сделать общий канал и вот это поставить на вот это, как там, профил. Профиль, да. Алина, давай, запускайся, я уже готов. Подожди, кто из вас не готов? Я готов. А, вот. Все. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Алин, тер тебя руки-крюки. Это у кого там? Алин, где? Вот это? Тик-ток. Да. Так и думал. Так. Олег отошел, да? Значит, я сейчас на дверь пойду. Максим, ты следишь за этой. Сейчас вроде, вот возможно шанс, что будет Фокси появляться. Понял, значит Олег опять идет на это. Я буду... Я хочу опять на свою кровать. Алин, ходить со соседней компанией? Дальше чуть-чуть. Я вам. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Видишь, ты, блядь, я сейчас такой промежуток дам. Промежутков у меня нету. Я здесь вообще-то, это я тебе свое место дал. Если мы помрем, во всем виноват Максим. Так что вините Максима. Ага. Да. Да. Даже если кто-то из нас не уследит за дверью, это все Максим. Слышал, Максим? Нет, он уже оглох. Ой. О, они с нами смеются. Они с Максимом смеются. Максим, тебя вообще никто не уважает. Не говори. Ужас. Теперь буду так шутить, раз вам такие шутки не нравятся. С твоей первой шутки за эту ночь я все равно в офиге. Ой, медведи, Денис! Ты, блин! Я за Максимом смотрю. Ты за медведями смотри, а не за Максимом. Если он сейчас пойдет меня сзади, ты... Чтоб тебя Фокси сожрал. Я буду так стоять, все. Все, я в безопасности, я теперь у меня... Максим, я тебя вижу. Да время сколько? 12 часов ночи. А, нет, еще 12? Да. Ужас. О, блядь. Это двойная просто. Двойная атака. Олег, по-моему, у тебя сейчас там чего-то было. Час ночи, час ночи. Чикачило. Блин, по-твоему, ну. Дайте мне ножницы, я Максиму жопу проткну. Да. Никого тут нету. Никого тут нету. Нету, нету. Фокси? Ой, Фокси. С чего это Фокси? Он бомбовый. Ой, чего? Как это стоит? Фокси вообще не... Он только в шкафу сидит как-то. Бонни! Что это за синий? Да ладно, правда что ли? Обалдеть. Ну извините! Ну я ж только заметил, Оля, что ты на меня нападаешь? Я уже дверь закрыла, что я... Ну и да, что? Я только его заметил, что там синее свечение. Молодца. Я ж не вижу. У меня же нет как-то, блин, глаз сорла. Ай! Фокси! Фокси! Я посырался, если честно. Ну вот, уже первый кирпич есть. Продолжай дальше, Максим. Спасибо.
Ну таких сердечных приступов я не хочу иметь. Максим, на тебе вся компания держится. Ты у нас строитель. Боб-строитель. Нет, мы не сделаем это. Ага. Хотите услышать то же самое, только по-немецки? Давай. Боб да баум, я стою, вешав нас. Да блин, сейчас этот опять прискочит сюда. Ушастый. На несколько это что? Это бубен. Боб да баумайста. Бубен света. Все ясно. Боб, каю, знаете, бубен. Вот каю вот этот. Мне до Сайтама маленький. С устиной. Это ты? Не до Сайтама лысый. Спасибо за комплимент. Он или она? Ай, он. Пришел. Ушел. Пришел дышать. Я хочу послушать, как... А, 3 часа ночи, 3 часа ночи. Что это? Медведь. Я знаю, у меня не нажимается, не нажимается. Не хватит, теребонька, хватит. Теребонька, это она мне там. В смысле тебе? Давай, теребонькис. Теребонька такой. Откуда эти звуки? Так. Не оглядывайся, это моё место. Блин, ты всё равно их пришли. Поздно. Не надо. Чего не надо? Смотри, это я их буду теребонкать. О, Максим. Пришёл. Бонни. Ушёл. Сколько время? А что опять? Иди отсюда. 3 часа ночи. До сих пор. Всего лишь 3. Да, 3-3. За эти 3 часа только 2 раза Фокси был. Ну, один раз он не пришёл. Я обсираюсь. 4 часа. 4 часа. Олег, а что, правда он с твоей стороны там идет? А как он тогда в шкафу появляется? Бэ! За скриншоте один раз, если увидишь. Сука, не включайся! Зараза! У меня сейчас ушастая. Как же у меня сейчас сильно пинг подскочил? Максим, не вздумай. Нет! Нет, не убежать, а когда... А, подожди, он быстро сюда бежит? Он бежит сюда? Бегать. Да, кстати. Вот это в развалочку. Боб-строитель. На-на-на. Я постоянно вижу, как там в конце коридора желтый свет. Чикают, как туда-сюда ходит, да? О, она не может определить, кому. Налево пойдешь, ты перебьешь, на пробу пойдешь, то же самое. Иди отсюда. Да, еще раз. Я, короче, понял, от них исходит это. Излучение такого. У Фокси трассы. Обалдеть, Америку открыл Максим просто. Эйнштейн, можно ваш это, как там, автограф? Автограф. 5 часов утра. О, хорошо. Максим, ты гений. Они с каждым разом все дольше и дольше уходят. Кто-то пьёт.
Иду, 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 иду. А, нифига. Чего? А, да. А, он к Максиму. А, так это все объясняет. Бля. Это же логично придумано, придумано, нифига себе. Бля. Максим, кого сейчас? Я пытаюсь Фокси напугать, бля. Он испугался, будь уверен в этом. Ну, легко это. Ну, уже в угол забился и плачет. О! Вторая ночь. Нормально. Вообще, молодцы. Давайте. Да, пять. Тебе пять. Давай, тебе тоже пять. Ой. Ребят, жмите на В-шку и на А-шку. Ну, на А и В. Тогда вы сможете немного подвигаться как-то. Я это еще с самого начала заметил. О, какие мы. Опять В-шка. А за что можно получить А-шку? Да я знаю. Вот именно. Никто не знает. Мод он есть, но мы его как-то... Где-то он там в начале. Каким просто продавец, блин, как там? А зачем продавец? А, ты можешь у него вещи купить. Например, как часы, чтобы заверением следить, чтобы у тебя... А? Капканы, да и всё другое, да. Капканы? Да. Капканы. Один вопрос, а почему мы четвёртый ФНАФ проходим, а не первый или... Да зачем первый проходить? Ну и ещё какой-то. Ну, первый мы не совсем прошли, конечно. Ну, мы одну только одну часа лирон прошли. Четвёртый более такой атмосферный, я бы сказал бы. Вот я думал, если бы они тпхались, было бы немножко бы получше. Тогда бы страшнее было бы. Так, третья ночь. Погнали. Мы вообще... Максим, что ты делаешь? Тиребонькую кнопку. Ты сейчас затиребонкаешься. Я тебе эту арматуру тебе в жопу засуну. Не надо. Нифига себе. Девочка Wednesday с последней парты. Только я не девочка, я мальчик уже. Вы готовиться будете? Я готов. Это ты там трепокаешь. Блин, это опять и тебе. Тиктокер. Да, вообще. Все из-за вашего ТикТока, все из-за вашего компьютера. Согласна, согласна. Факт. Не говори. Нога болит, все из-за компьютера. Да. Так, все по местам, все по местам. Все готовимся. Все, мое. Максим, пошел на... Бэээ! Ха. Дверь тут вновь появился. Как культурно послать мальчика на три веселых буквы? Олег, куда ты? Продавца? Да. Кто это? Продавец! Ладно, ладно, я просто хотел посмотреть цель. Ой. Уже пришел. А чё, почему? Ну давай, хоть я... Херово, конечно, немного с этой стороны, но ладно. Олег, давай поменяемся. Нет. Сам знаешь, кого ответ. Сам знаешь, кого аргумент. А аргумент не нужен.
Знаешь, кто вырубил? Пошёл нахрен, Тихо. Максим. Пошёл нафиг. Минуту, Почему часы с моей стороны? Хочешь, поменяемся? Давайте сейчас все будут меняться. Андерстоп. Бра. Олег, хочешь считалочку? 3-2 раз и да. Бра. Максим, ты. Бра. Ой. А ему пофиг на то, что я на него посветила, он просто побежал и все. Фокси! Какой Фокси? Бонни, либо Бонни, либо Чика. Чикатило. А. Пока вы отвлекаетесь, я уже помогаю вам. Ну все, я вернулся. Я опять на своей кроватке. Да. Да. Что? Да, у меня здесь есть медведи, и что? Пошёл нафиг, Фокси. Это два ночи, да? Сейчас. Ой. Да, мадам, вы правы. Ломайте часы нафиг. Сколько времени? 2 часа ночи. Что так медленно время идет, а? Какие-то они собирают эту сестерин... Блядь. Бра! Сестерин... Sister location. Вспомнишь говно, вот и оно, ну блин, только сказала, что не ходит, тут же прошел. О, Денис, что выберешь? А что там с Sister Location? Денис, что выберешь? А что? Что с Sister Location? Ну, покиньте, я добавил. А. О, я выберу стул. Вот за стул. Макс, кстати, Максим, куда? А? А? Там же есть что-то с подвалом связанное, короче, режим после 4-й части вот это. А это что ли? Нет. Кто-то проверял вообще этот режим? Подвалом? Да. Ты сейчас про... А, хотя, прости, я задумался. Задумался. Да и чтоб все равно ничего не сделал бы. Ну, два бы появились, и что? Ты за шкафом своим следи. Каким шкафом? И только про это напомню, как сразу Фокс появился. Олег, что ты делаешь? Ой, видишь, пацаны играют. Свет не работает! Свет! 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 Да не перебойкай! Алин! Я ничего не тыкаю! Чё, Алин? Я ему включила, он еще недоволен. Максим, иди к шкафу, пожалуйста. Вот опять меня сзади подошел или что? Нет, тебе кажется.
очень сложно. Бра! Давай. Бра! Чё, офигел? Ага, нету. Где тебя? Вентилятор, блин, задолбал убить. Нам тут вообще-то холодно. 3 часа ночи. Время сколько? 4 часа ночи, я тебе сказал. Блин, не всего лишь 3, капец. 4, да, не 3. Ой. Да, 4. А всего лишь 4, капец. А, Фокси, я максимум на тебя бежит. Не, ну блин, бегущий Максим, это серьезно. Фокси, осторожно, Максим тебе бежит. Фокси выжил? Скажите, пожалуйста, Фокси выжил? Фоксян! Вы тихо, я вас не понимаю. Ой, блин. Бежит. Магнит таким лицом. Рудис. Я хочу увидеть кошмаров здесь, вот этих, как там, последняя ночь. Кошмары? Ты издеваешься? Чёрный плед сбирает овощи какой-то. Нет! А вот, всё. А, 5 часов утра. Максим! Что? Чё ты делаешь? Я кружусь.